Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. На финам FM программа Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодняшняя наша тема. Мы обсуждаем факторы за и против роста. Ну или за рост, или за падение. Поговорим сегодня об этом с Богданом Зваричем, начальником аналитического отдела NetTrader. Добрый вечер, Богдан. Добрый вечер. И Ильей Киселевым, руководителем казначейства банка «Стройкредит». Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. Как настроение у вас? Позитивное. Позитивное? Чего бы это такого позитивного-то вдруг? Чем это связано, Илья? Ну, хотя, с другой стороны, если ты руководитель казначейства, у тебя не может быть другого настроения. Ну, я думаю, что да, любой инвестиционный специалист он должен находиться все-таки на позитивной волне. Обязательно, обязательно, начально. Кстати, мы сейчас будем обсуждать ситуацию на мировых финансовых рынках, но главное, но, ну, наверное, уже не новость для наших слушателей то, что сегодня американцы-то, да? Вон чего, Богдан. Ну, видимо, пропустил. Пропустил. Я ехал Павля. на передачи. Сегодня у них там плохая погода. А, погода. Найс да, не, не да, да, торгуется. Ну, ну, конечно. Ну, ну, понятно. Пропустил, Что напугал меня. И они, по сути, не торгуются же сегодня. Вот в чем дело-то. Поэтому мы, так сказать, будем посматривать на текущие котировки, но никакой погоды, извините уже за каламбур, да, они нам сегодня не сделают, вся погода там. Зачем Заход... вам сказали, что может быть и завтра тоже торгов не будет? Ну, может быть. Мы сегодня уже точно отменили, а на завтра это пока еще под вопросом. А для любителей, извините, а для любителей метафизики я напомню, что 29 октября. 1929 года. Да. Это было давно, конечно, уже и практически неправда. Но, тем не менее, знаменитый да, обвал и после этого великая депрессия. Боже мой, какой ужас. Какой ужас. Ладно, не будем о плохом. Уважаемые слушатели, я напоминаю, к нам, во-первых, присоединились... Слушатели финам.ру делают это с помощью вебинара. А все остальные слушатели, которые делают это традиционно, слушая Финам ФМ на частоте 99.6, я для них сообщаю, что они могут позвонить нам, задать вопрос. Телефон студию 6510996, и Код Москвы 495, либо на сайте финам.фм задать свой вопрос и поделиться собственным мнением. Ну, традиционно я не буду от традиции отходить. Давайте посмотрим на картину маслом. В Москве 18.06, что происходит на мировых фондовых рынках. Ну, американцы не торгуются, поэтому да, я закрытие пятницы сейчас повторю. Доу Джонс закрылся на уровне 13100 практически 107 пунктов. А SP 500 и 1411. Вот, потерял он практически там процента, Ну, в общем, ничего. Наше сегодня в отсутствии да, каких-то глобальных идей показывают практически нулевую динамику. Правда, РТС чуть снизился на полпроцента, ММВБ на две десятых процента. на сырьевых рынках и рынке Форекс также вяло текущая динамика. Нефть марки Brent Сегодня торгуется на уровне 110 долларов за баррель. Light Sweet 86, текущая котировка. Золото 1713 за унцию, практически тоже без изменений. И евро-доллар сегодня ходит, ходит, ходит вокруг 1.29. И тоже ничего особенного не показывает. Основной набор голубых фишек торгуется разнонаправленно, но по сути тоже без особой динамики. Единственное, автоваз на 2% упал, не знаю почему на самом деле. Ну, наверное, для этого есть причина. Он же автоваз, в конце концов. Итак, друзья мои, поэтому, наверное, есть смысл о сегодняшней ситуации, да, особенно, не, сегодняшней ситуации особенно не заморачиваться. А вот э, что нам ждать в ближайшем и не очень будущем? Вот об этом мы давайте поговорим с вами. И напомню, тема программы звучит так: факторы за рост и против роста. Факторы за рост и факторы за падение каких больше, какие внушительнее и какие, на ваш взгляд, в конечном итоге перетянут эту самую планку. Богдан. Ну, э, я на текущий момент, смотря на техническую картину как на нашем рынке, так, в принципе, и на э, западных площадках, но ну, в основном ориентируясь, конечно, на фьючерс, на S&P 500, и на нефть марки Brent, на фьючерс, да, опять же-таки, э, э, все-таки больше отмечаю факторов за дальнейшее, за дальнейшее снижение рынка. Mm -hmm. э, начнем, как бы, начнем с нашего, да, там, индексом МВБ фактически последний. Давай по... с, с S&P 500 начнем. Давайте начнем с S&P 500. S&P 500, -го, собственно говоря, пробил, во-первых, свой Восходящий тренд, берущий начало с а, июньских минимумов этого года, то есть, с, с, фактически с минимумов этого года, да? а, пробил, вышел из консолидации между уровнями 1418, напомню, это апрельские, апрельские максимумы, и верхняя граница 1460 был у него такой коридорчик. Но, по, в последнее время вышел вниз, проб, пробив при этом, соответственно, тренд. Так что здесь все пока развивается в качестве в виде негативного сценария. Ближайшая поддержка 1400, если она будет пробита, я думаю, что дальше дорога открыта для начала на 1360 пунктов. Представляешь, если там что-то сейчас натворит этот ураган у них? Ну, я думаю, что нет. Все ждали, что он пройдет по буровым по, по нефтедобывающим платформам, uh -huh. а он как-то их вроде как мимо обошел. Uh -huh. Вот, поэтому это, это нас приводит к рынку энергоносителей, да, к, к ценам на нефть, собственно говоря. Логично а, фью, Если смотреть на фьючерс на нефть марки Brent, опять же, здесь картинка не очень. И единственное, что как-то как позитивно выглядел пятничный отскок, угу. когда со 107,5 долларов отскочили в район 9 долларов за баррель по, фью, по фьючерсу. А, соответственно... Но при этом фактически контракт нарисовал что-то как некое подобие двойной вершины под уровнем там, в районе 117,5 долларов. Это как раз вот максимум сентября месяца. Uh -huh. вот. Если 117,5 пробивает, то целью, на мой взгляд, там район 97,5 долларов за бар. Uh -huh. Соответственно, то, тоже ничего хорошего это нашему рынку не несет. Здесь единственное, что можно сказать, во-первых, а тренд опять же таки здесь, здесь также среднесрочный тренд пробит. А, и в случае, единственное, что пока не пробит, вот этот вот уровень с половиной 170,5. Если он будет пройден, то таргет на 10, на 10 долларов внизу. Ну и возвращаясь к нашему рынку, собственно говоря, мы месяц, месяц простояли в консолидации. Мы в нее вошли 26 сентября, 26 октября мы из нее вышли, то есть в прошлую пятницу. Uh -huh. Это уровни 1440 тысяч 480. Единственное, чего не хватает, не хватает подтверждения. Не хватает подтверждения, может стать пробой уровня 1420 пунктов. Если этот уровень будет пробит, то вполне возможно дальнейшее снижение в район 1350 пунктов по индексу МВБ. Вот, вот как ориентир, да? Угу. А, ш, и что из из как бы негативных факторов, наверное, стоит выделить? Во-первых, фактически падают э, э, прибыли американских компаний, угу. выглядит все это не очень хорошо. А, при этом ВВП за счет вот пятничной данной по ВВП, хоть они вышли хорошие, там чуть чуть лучше прогнозов, угу. но стоит отметить, что больше чуть-чуть. Да. Да, а, вот, а, стоит отметить, что большую часть в это внес а, увеличение государственных расходов, это что да. очень нехорошо, на мой взгляд. Очень нехорошо. Конечно, да, у нас предвыборная кампания, и вполне возможно, что предвыборная гонка и выборы в США, безусловно, повлияют как на американские, так и на мировые площадки, но пока я больше все-таки негатива вижу с тех значений, которые у нас приходят по макроэкономической статистике, в частности, вот по ВВП и по доле государства ВВП. Ну и, конечно, ожидаем пятничные данные по рынку труда США. Уровень безработицы, к сожалению, падает Намного быстрее, чем реально она сокращается, потому что здесь, собственно говоря, стоит обратить внимание на то, как подсчитывается эта статистика. Да? Угу. Очень много народа исключается на текущий момент из рабочей силы и, соответственно, не входит в статистику. Именно поэтому мы на очень маленьком росте количества рабочих мест видим достаточно большое падение уровня безработицы. Что, что, прошлый, что, прошлый, что, прошлый период, да, да, что, опять же, ты смотришь, вроде на, вроде на статистику безработицы вроде неплохая. А понимаю, я тут. Тут, тут же смотришь на количество новых рабочих мест, и понимаешь, что они друг другу не соответствуют. И ориентироваться скорее надо все-таки на текущий момент. Но ты на... в эту пятницу ждешь снижения всех этих параметров показателей, по... Ну, имеется в виду снижение поэйролсов и роста безработицы. Посмотрим, я не знаю, я да. буду уже реагировать, что называется, по итогу, по, по факту выхода. Ну, кстати, ты придешь, а, нет, ты не придешь, к сожалению, в эту пятницу, да, наверное. Но реагировать mm -hmm. тем ну, не менее, ре... будешь... реагировать, конечно. Сухой остаток конечно. у нас, как раз, практически, да, после. Статистики по рынку труда, вот мы да, с вами будет, будет веселая программа. Прореагируем. Да. Ну что ж, это был Богдан Зварич. Собственно, все факторы против роста он сейчас нам предложил, ни одного фактора за роста смотрит он вниз. Да, с технической точки зрения, там, двойные вершины, какие-то нам сейчас вот непонятные слова говорил в эфир. Никто не понимает, о чем речь. Могу пару-тройку исключений сказать, чтобы снять немножко негатив. Ну, на российском рынке, пожалуй... Илья, ты понимаешь, да? тебе уже придется потом, после новостей, потому что он не даст сейчас сказать. Пожалуй, три бумаги здесь можно выделить на текущий момент. Мы их рекомендуем удерживать в принципе в портфеле. Это PrefTransнефть, Роснефть и сегодня рекомендовали открывать позиции по ВТБ. Причина только одна, достаточно неплохая техническая картина. ВТБ вообще в пятницу достаточно неплохо двигался против рынка. Угу. — По ну, вот. а да. Роснефть до каких целей вы а, держать будете? — Ну, мы на текущих в среду мы рекомендовали где-то половину позиций сократить, когда как раз основной mm -hmm. рост пошел, а дальше, дальше смотрим, пока, что называется, тренд не закончится, mm -hmm. вот. будем, держа, будем держать позицию. — Ну, 230 я смотрю сейчас, да, с небольшим, Роснемся. стоит mm -hmm. Роснефть, ну... Но... Ну, ну так... сложно. Я, мы Сложная, мы да? стараемся не ставить просто таргеты, а стараемся действовать так, как ну, тренд, трендовая стратегия. Как говорили это... гр гр грамотные дяденьки, надо копить прибыль, да. правильно? Позволь по по а прибыли чё... течь. Во-во-во, а то что сейчас профитов наставить, и все да. вроде сработало, да. а оно, оно дальше пошло. пошло. И вот локти давай кусать себе. Ну что ж, смотрите, опять-таки, да, я сейчас... Повторюсь, что основные э, взгляды Богдана все-таки вниз по подавляющему большинству э, рынков и торговых инструментов. Ну вот, несколько лонгов он нам озвучил сейчас, в частности, это Роснефть, это еще раз повторяю. А, Роснефть, Префа и ВТБ. и ВТБ. Ну дай бог, дай бог. Но они... опять же, позиции держатся до уровня по стоп, либо тренд разворачивается, либо по стоп. Ладно, бог с ним. Значит, сейчас мы слушаем новости, а потом продолжаем наш увлекательный разговор. Итак, друзья мои, добрый вечер. Еще раз на Финам FM программа "Сухой остаток". Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим о ближайших событиях или ожиданиях движений на финансовых площадках. Обсуждаем факторы за рост и против его. Напомню, что сегодня в гостях Богдан Зварич, начальник аналитического отдела NetTrader и Илья Киселев, руководитель казначейства банка «Стройкредит». Собственно, Богдана мы выслушали достаточно подробно. Он свою позицию озвучил, факторов массу назвал и, кстати, за и против роста ну, в основном все-таки против. Против, вот, да. против да, да. Плюс еще Европу не упомянул, но это я думаю потом. Плюс еще что? Европу не упомянул, но это Кстати, я думаю потом. Да, сейчас мы, или, или уже извини, сейчас мы твою позицию выслушаем, но есть тебе сразу, Алла Верды, вопрос от Никиты. Здравствуйте, Богдан. Вы сказали, что рост ВВП США обусловлен ростом расходов. А поясните, пожалуйста, почему расходы это плохо? Разве нет такого понятия, как парадокс бережливости, при котором чем больше мы боимся черного дня, тем скорее этот день настанет. Надо тратить, ведь каждый потраченный доллар запускает несколько циклов покупок. Здесь есть несколько факторов, на которые, наверное, стоит обратить внимание. Во-первых, то, что компании перестают создавать ВВП, это главный, главный плохой фактор. То, что США тратит деньги, это неплохо. Правда, единственное, здесь э, надо еще сказать, что нам э, фискальный обрыв предстоит возможный, э, к, который э, решать вопросы, по которому не будут до, э, до выборов. Да, и что с ним будет, э, смогут ли договориться по э, дальнейшим тратам, Плюс третий фактор ⁇ это, конечно, объем долга США. Он, безусловно, будет влиять на отношение инвесторов э, к, вообще к мировой экономике, в частности, и к доллару в том числе, и к э, стабильности в Америке. Да? Понятно, что сейчас траты это это неплохо, да. Наоборот, Европа, которая не старается не тратить, старается экономить, мы видим, что она скатывается в некоторые страны Европы скатываются в рецессию. Вот им не хватает денег для стимулирования. Понятно, что это это хорошо, но плохо то, что компании перестали создавать. То есть это две новости, которых одна из них позитивная, другая негативная. Да условно говоря, она перетягивает, перетягивает. Больше позитивной новости все-таки я хочу сказать. То есть все, что данные ВВП так сказать у них выросло, это все-таки достаточно позитивная новость. Ну, как бы, если сравнивать, да, там вес каждой из этих новостей, то получится, что это, это, это лучше. Но мне кажется, что это не самое главное. На самом деле, сейчас у нас на, в США самая главная тема это, наверное, выборы. Президента, собственно говоря, 6 ноября пройдут. И, в общем, это будет э, основная как бы, динамика может быть там. Э, вот, по... Илья, извини, пожалуйста, mm -hmm. во-первых, Илья ворвался в наш, наконец-то, да, диалог, потому что Богдан еще раз, это я виноват, я тебе начал еще вопросы задавать зачем-то. Так вот, прежде чем мы поговорим о выборах, ну и на самом деле, наверное, об этом мы сейчас и будем говорить, я просто хотел бы проанонсировать теперь мнение Ильи Киселева. Собственно, что нам ждать в ближайшие средние и долгосрочные периоды, факторы за рост против роста, как ты оцениваешь? Ну вот я скажу так, что есть вот три классические рекомендации, да, которые обычно дают аналитики, это там покупать, держать и продавать рынок. Вот. Мы знаем, что действительно была достаточно долговременная консолидация на российском рынке. Вот. То есть она действительно держалась в районе 1440-1480 пунктов по РТС. Вот. И сейчас, сейчас я думаю, что те действия, те вообще ситуации, которые будут складываться, она будет складываться на на новостях, которые будут там идти от нас с европейских рынков, да, и с uh -huh. США. Вот, я бы сказал так, что сейчас вот моя рекомендация, я не разделяю то, что сейчас там будет какой-то там прорыв вниз, да, угу. хотя считаю, хотя не исключаю его, то есть я тоже считаю, что, да, 1400 пунктов, это первое, как бы, а такая хорошая линия сопротивления, вторая в районе 1360, вот. Подожди, но, общем, под... так... Поддержки. Да? да, уровень поддержки, да. да, вот, рынка, но тем не менее, я думаю, что сейчас абсолютно не... не факт, что реализуется именно этот сценарий, причем я считаю, что сценарий роста также вероятен, причем он равновероятен в данном случае. А вот я считаю, что сейчас, сейчас будет статистика по Японии, мы ждем, да, там завтра, mm -hmm. вот, у нас будет по Испании новость обязательно на этой неделе, да, уже, то есть как, каким образом будет развиваться ситуация там, и от этого будет уже плясать тоже фондовый рынок, куда он... А двинется. что там по Испании, напомню? Ну, по Испании там просто вопрос связанный с бюджетом Испании, mm -hmm. да, то есть они, то, та же, как и Греция, они принимают свой бюджет, вот, и будет понятно, будет выделена им помощь, там не будет выделена им помощь и так далее, то есть, если это будет позитивное движение в этом направлении, я думаю, что фондовые рынки могут обязательно на это отреагировать. Вот, это то, что произойдет на этой неделе. Плюс стат данные по США выходят в четверг, в пятницу, да, в основном в пятницу данные. Вот, то есть тоже посмотрим, так сказать, какие выйдут данные. Возможно, что если это будет позитивное, как данные или негативные, мы это тоже увидим. Причем, причем я могу сказать, что можно смотреть, вот, допустим, по Европе новости, можно совершенно спокойно смотреть на их облигации, да, с облигации той же самой Испании, смотреть, куда двигается, то есть даже можно не знать новости, там не у всех есть терминалы Блумберга, да, там и так далее. Вот, но, но тем У не менее, нас есть, у нас есть. Ну, как бы у профессионалов рынка есть, да, но у частных лиц не у всех там есть, да, но э, в любом случае можно смотреть там на стоимости там, на доходности бандов, они уже покажут, mm -hmm. какая новость там была позитивная, негативная, и будет, так сказать, опережающим индикатором ну, по... Да, ну, сейчас э, эти самые краткосрочные облигации Испании на приемлемых уровнях, как говорят, такие, да, там что-то 5,5, по-моему, процентов. Да, да, но сейчас я говорю, что, в принципе, я, я надеюсь, что здесь вот ситуация разрези, разрешится, так сказать, позитивно. Вот, поэтому я говорю о том, что там, в принципе, факторы роста и падения, они приблизительно сейчас находятся где-то на паритетных уровнях. Uh -huh. То есть вот рынок, он, как он идет, э -э что, что можно сказать? Да, э -э есть на рынке дефицит ликвидности. Вот. Это видно на банковской системе, видно, что корсчета банков там, допустим, сейчас даже, ну, как-то от отходят от своих максимумов, если взять там корсчета и uh -huh. э -э счета депо, да, в центральном банке. И видно, что, так сказать, очень востребованные аукционы репо Центробанка. То есть это говорит о том, что действительно ликвидность, так сказать, она на рынке не очень высокая Есть mm -hmm. дефицит доверия, вот, это тоже, безусловно, то есть, как вкладываться в российские акции, сейчас, ну, нет такого, да, вот, нас, сильного настроя у, там, у, у банкиров, да. Вот, что касается конкретных акций, которые там можно порекомендовать, да, тут вот, была предложена Роснефть, ну, с учетом, так сказать, последних ситуаций, связанных с ТНК БП, да, выкупом огромными долгами, которые имеет компания сейчас, да, не знаю, мне кажется, я бы сосредоточился на акциях с хорошим дивидендной доходностью. Может быть, там даже, может быть, кстати, и на ТНК, на самой, потому что, несмотря на то, что сказали, что там не будет дивиденды, но, так сказать, возможно, ну, не будет просто выплаты дивиденда, да, с, как обычно, они у них хорошие очень дивиденды платили, а, акционерам там по 70,5%, вот, но все-таки, все-таки я этой возможности не исключаю, вот, а это будет очень хорошим драйвером для этой бумаги, вот. Ну, и также любая бумага, имеющая хорошую дивидендную доходность, они сейчас торгуются, многие бумаги, таких уровнях, что там они сопоставимы с облигациями. Вот, как-то такая понял. у меня позиция. Я понял. Я понял. Хорошо. Давайте вопор... звонок у нас есть. Ответим на вопрос Владимира. Владимир, добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Скажите, вот если смоделировать ситуацию да, с этим ураганом, ну mm -hmm. вот так гипотетически, я думаю, что так как Фукусима, наверное, mm -hmm. не точно. будет там ничего такого похожего, но если вот э, смоделировать, что там будут какие-то разрушения, mm -hmm. э, то доллар, я так понимаю, будет э, расти, как это было с иеной вдруг, вроде все разрушилось, а иена резко uh -huh. укрепилась. Ну, я имею в виду, не, конечно, не, не, не глобальный будет тренд uh -huh. роста доллара, а какой-то моментальный, да, можно ли будет зашортить. И второй вопрос, если вот, как и Богдан а, говорит, что, ну, как бы видим, видим падение, допустим, будет падение там и по СНП будет падение там, не знаю, в район там, ну, не вторая волна, там, 250 uh -huh. куда-нибудь так. И что тогда будет с евро? Вроде, по идее, евро должно падать, но не нужно ли будет евро в системе в банковской Европы, как, как это было тоже не раз, когда вроде должно падать, но банкам нужна евро, uh -huh. и оно вдруг все в надежде шортить давай, uh -huh. и не получается ничего. Вот два таких вопроса, если можно. Спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо. Понятен, да, вопрос номер один, да, реакции доллара на... Нет, ты не услышал? Не слышал, не слышно не, не этих наушники, поэтому. Серьезно? Ну, я переведу. Меня слышишь ты? Да. Значит, вопрос номер один. В связи с ураганом. Кстати, назывался, называется он. Не, не слышали как Девчачье имя такое, Ну, не как всегда, да. Ну, Катрин да, там и как-то это сам тоже. Что... Нет, такая блондинка в этот раз. Ну, Синди по Синди, Синди, да. По Синди. Синди, о -о -о -о, да. О -о -о, Синди. Так вот, если Синди натворит Делов. Что случится с долларом? Ну, как минимум, краткосрочная реакция, понятно, что ни в каком тренде мы пока говорить не будем долгосрочно, но связь очевидная. И не случайно я со согласен с Владимиром, да, не случайно он э связь э прямую ну, прямую или какую-то там косвенную связь. Аналогию он с мартовскими событиями в Японии прошлого года, помните, эту трагедию. И второй вопрос. Владимир, Владимира, если действительно рынки пойдут вниз, да, глобальные рынки пойдут вниз, что случится с евро? Вот. Вроде бы логично, что он будет падать, если доллар в этом случае да, укрепляется. Вот. Но видишь, как неожиданно Владимир предложил, что евро понадобятся, евро, Евросоюз. И тогда вон что, непонятно давайте так как собственно я, начну, я начну со второго вопроса второго, а, так как был упомянут я и мое мнение по поводу по дальнейшего падения рынка скажу очень интересный факт евро единственный инструмент из которых из тех что сегодня мной назывались да это единственный инструмент который по отношению к доллару еще не пробил свой восходящий тренд восходящий тренд. да Восходящий берущий начало как раз от э, июньских минимумов. евро э, Тренд как раз вот сего, там, сегодня он, э, евро его тестирует. Да, он, 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 он как раз где-то проходит где-то в районе 1.29. То есть уход в район 1.28 и подтверждение уход в район один а, а вру, прошу прощения, 1.28.80, то достижение это будет пробой тренда, 1.2850 это будет уже на мой проход этого уровня будет, на мой взгляд, подтверждение. Ближайшая поддержка я, должна, честно Я, 1, я не 20, знаю, как 8. ты рисуешь линию тренда. Вот вот я нарисовал сейчас на дневном графике, у меня ее пробили уже. У меня часовой график. А -а -а, ну да, Длинный. Сильный тренд. Да, хорошо. Ну то есть вот ответ какой? Если да, все будет валиться, если все будет, будет валиться, я думаю, что евро будет валиться в, в том то числе, тоже. потому что одним из факторов дальнейшего снижения будет, конечно, ситуация в Европе. А, и а, по текущей... А, Во-первых, будут ожидать, что а, ЦБ, ЕЦБ понадобится дальнейшее вливание евро в экономику, а, соответственно, увеличение а, предложения евро на рынке повлечет за собой а, безусловное снижение. Ну mm -hmm. и отношение к европейской валюте, конечно, будет явно ухудшаться на таком, на таком внешнем фоне. По поводу, опять же-таки, Испании есть... Есть шансы, что Испания пойдет фактически по греческому пути, чего очень не хочется всем инвесторам, и чего очень все очень, чего все инвесторы очень сильно боятся. В случае, если это действительно произойдет, и Испания действительно попросит помощи, потому что, но ну, я думаю, что они, во-первых, оттягивать этот момент будут до упора. Угу. Вот. Упор, вот, вот уже уже надо решать. Нет, Нет? они Нет? будут, они будут тянуть, я думаю, еще месяца два-три, может быть, в начале следующего года У -у -у. мы только услышим о запросах помощи по одной простой причине: чем дольше они тянут с этим вопросом, some Tim. А, они пытаются выбить себе лучшие условия у Евросоюза. А, б, они поддерживают, собственно говоря, некоторый спрос на свои облигации как раз на открытом рынке, что позволяет им иметь достаточно неплохую доходность. Потому что если Испания сегодня выйдет и скажет, ребята, э, дайте нам помощь от Евросоюза, я уверяю, мы увидим такую реакцию на бандах, что мало-не-мало никому не покажет. Там доходности бы моментально взлетят. Вот. Соответственно, именно поэтому Испания на текущий момент старается тянуть этот момент как можно дальше. Я понял. Богдан, извини, я тебя прерываю. Mm -hmm, Слушай, да. невозможно с тобой работать. Опять у нас уже время закончилось. Слушаем новости, потом продолжим. Итак, продолжаем наш разговор. В эфире Финам ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. И, 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 и отвечаем на вопросы. Да, сейчас Богдана мы связали в студии. Сейчас положили. Кляп ему воткнули в рот. Ну, я попробую Немножко помолчал. Илюш, ну, второй, вторая часть вопроса Владимира, да, если тебе не сложно, значит, он предположил, как блондинка, известная Синди, а, какое влияние она мож, может оказать, ну, гипотетически на доллар, что с ней будет происходить. Ну, в общем, я думаю так, что, ну, я не сейсмолог, и поэтому, как бы, не могу сказать, насколько это серьезный ураган, но, судя по той информации, которая есть... Ну, пресса, интересно, понятно, прикрывают, что... да, все прикрывают, он И зачем таргиты, я так понимаю, почему, да, потому что есть а, а, вот это вот еще... Какой-то хотите видеть здесь какой-то да, да, да. тайный смысл. Тайный смысл обязательно. Потому что, не дай бог, сейчас все рухнет опять, как сто лет тому назад, помните? И все. Ну, я вот все-таки не, не хотел быть столь категоричен, там да, ну, и все ладно. рисовать в красных таких тонах, вот, в тонах падения, да, такого угу. фондового рынка. Нет, я думаю, что, конечно, это такая достаточно ну, рядовое, в общем-то, событие. Вот понятно, что. Но если отвечать на первый вопрос, да, то, наверное, я думаю, что это, конечно, не, не существенное какое-то событие для фондового рынка, да, там можно, конечно, рассматривать массу там вариантности, но я думаю, что это, конечно, не будет там какого-то глобального такого кризиса и так далее но все с этим ураганом. Но в принципе, если предположить гипотетически, да, что произойдет какая-то вещь там США, да, там как сказать, э, как называют они факап, да, какой то произойдет, uh -huh. то соответственно э, что что будет с евро, да, то есть именно что будет с евро, с долларом, то, с, то, долларом что... с долларом то, что будет с долларом, это 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 очевидно, он, конечно, будет слабеть, это очевидно и так так же как глобальные фондовые рынки, они это во всем мире произойдет наверняка, то есть если что-то случится в Серьезных Штатах, и, естественно, они пойдут в пике. Причем российский фондовый рынок он у нас, и как уже показывает практика, он у нас первым летит и с большим опережением по отношению даже к тем странам, в которых, собственно, происходит вот это глобальное нехорошо, <сил corporations> <глобальное нехорошо>. вот глобальный нехорошо. Кстати, слушатели поправляют меня, извини. Ураган называется Синди, а не Синди. Ну, не знаю, Синди как-то, да, ну, как -то... лучше звучит. Вот, так что я думаю, что вот такое, безусловно, на это окажет негативное влияние там на весь мир. Это очевидно, ситуация в Америке она показывает негативное влияние на весь мир там, ну, в зависимости с разными там весами, да, условно говоря. На Россию это там будет а очень большой вес, да, там на Европу я думаю, что меньший вес. Поэтому я думаю, что, допустим, там евро, конечно, он укрепится, при этом если что-то случится такое со Средними Штатами. Но опять же говорю, что это пока нет предпосылок для того, чтобы что-то случилось в Штатах, кроме там президентских выборов. И я на надеюсь, что там, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах, в Соединенных Штатах будет рост после выборов, uh -huh. после выборов, uh -huh. то есть это предновогодние ралли, да, так сказать, это ну случится так до, до конца года ты видишь, да? Это? Да, я думаю, что до конца года, да. При этом uh -huh. я не вижу, что на российских рынках произойдет какое-то такое движение, да. То есть я могу представить, что на фондовых рынках в Америке пойдет какой-то рост. Вот. И я понимаю, что да, мы подхватим этот рост, но в связи с тем, что у нас кризис доверия он никуда не делся и кризис ликвидности, то мы не будем там расти там десятками процентов. Uh -huh. То есть мы дорастем где-нибудь, может быть, до 1550, до 1600. 600 пунктов и, возможно, ну, на этом мак... будет вот упремся ну... в ближайший максимум да, да. упремся в ближайший максимум и, и, и конец года как бы вот остановимся это при благоприятном развитии событий как бы я вот позитивный я помню, сценарий конечно. да то есть вот если считать базовый сценарий он будет поменьше а ну пессимистичный понятно что так сказать будет какое-то движение вниз mm -hmm. вот но я тоже думаю что незначительное потому что так сказать рынок с начала этого года уже никак не вырос поэтому как бы я не думаю что будет какой то значительный ну ход вниз ну понятно то есть, ничего не было, вроде, да? Да, тут ничего тут не было, и у общем нет предпосылок для того, чтобы было что-то такое совсем плохое. Да. Я конечно, не знаю. Ты, ты реалист, я тебе хочу сказать. <свят> вот смотри: Синди тебя, ураган тебя, значит, э, сходство пугает, с, да. ситуации, да, 100-летней давности, после начала Сильга, велик... тебя не пугает. Близость кон конца света. Буквально осталось. Ты что там? Вот, да... Нет, я смотрю дальше. Тебя тоже я тоже не пугает? Нет, я да? меня не пугает. Я какой. смотрю дальше. Я, я даже больше, Шесть скажу, аналитики. что я думаю, что вот 2013 год, это вот у нас будет как раз позитивный год. То есть он будет зеленым цветом окрашен. Вот. И я думаю, что вот фондовые индексы будут расти именно тогда. То есть просто это будет связано с тем, что смягчением политик центральных банков да увеличится инфляция, я думаю. Но причем по всему миру, как в Европе, так и в США преодоление, так сказать, тех проблем, которые были сейчас в Испании, и Греции. То есть -то... и я думаю, что вот именно следующий год, причем вторая половина. 2013 года, она будет вот, окрашена в зеленый цвет. Но ну, это вот мое вью. Это нормально. Давайте отвечать на вопросы. Их много. Ну, давайте вот начну я, да, э, Богдан, смотри, для тебя, видимо. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию по золоту. По золоту. Золото давно не смотрю. Для тебя специально я раз подобрал раз вопрос. Золо по, золо -то. Золо -то. по золоту это, наверное, не прокомментирую. Ну, Как-то я от него отошел. Ну, Давай очевидно, еще нас очевидно по золоту можно добавить да, там, пару слов, что понятно, что да, оно сейчас находится на таких достаточно дорогом ценовом уровне, очевидно, вот, 1712, если я не ошибаюсь, сейчас да. это составляет, вот, я думаю, я думаю, что, безусловно, при, то есть золото это такой индикатор, который растет при ослаблении рынков. Mm -hmm. То есть, как бы, ну, такой э, инструмент, для, который имеет отрицательную корреляцию mm -hmm. да, с, с фондовым рынком Америки. А, вот, и я думаю, что поскольку, так сказать, я на, все-таки надеюсь, и я считаю, что больше вероятности, что до, до конца года мы будем расти mm -hmm. по фондовому рынку Америки, я не думаю, что золото будет расти тоже. Это, это вот. вот, собственно, такое вью. И тем более, что сейчас оно уже достаточно дорогое. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что покупать да... Покупать ты что, не я, рекомендовал? Бы. Я бы не рекомендовал, да. — Я понял, спасибо. Значит, о Роснефти мы поговорили, добавить нечего, я так понимаю. Вот вопрос по Аэрофлоту. Ну и если не возражаете, я озвучу опять, он сегодня упал на 2%. А, сори-сори, извините. — Это АвтоВАЗ, автоваз упал, упал, конечно. А, вопрос по Аэрофлоту. Есть мысли какие-то? — Если вот. реализуются вот, вот, вот эти разговоры, которые пошли о запуске на российский рынок лоукостеров, то я думаю, что, конечно, здесь мы можем... — это что? — Ну, авиакомпании, которые с, низкие, с низкой стоимостью билетов, с низкой себестоимости, там первыми попросились, по-моему, ирландцы. Ирландская там она не государственная, она, по-моему, как они называются? Бюджет, бюджетные. Ну, в общем, частично, по-моему, относящиеся к государствам, у них достаточно низкие цены. Вот, ирландцам, я не знаю, разрешат, не разрешат, но если попустят таких вот компаний с низкой ценовой категорией. То есть они то... демпинговать будут. Ну, аэро аэрофлот немного потеряет, но я думаю, что здесь снижение на этом фоне будет, если и будет, то не сильно тебя есть, Илюш? Ну, я думаю, что, так сказать, я, я согласен с тем, что сейчас на рынке ну, вот, перевозок, да, действительно аэрофлот теснят, вот, теснит и, и Трансайра, с одной стороны, да, который выводят все новые и новые рейсы, да, и с другой стороны лоукостеры, которые, так сказать, сейчас пытаются пробраться на российский рынок, пока, правда, это не получилось, uh -huh. вот, но, тем не менее, так сказать, вот сейчас недавно читал, да, что уходит компания, которая начинает, вот, ирландская, по-моему, которая как раз начинает там летать до Лондона, причем достаточно очень бюджет Тариф там ранее 6-7 тысяч рублей, да, то есть это совершенно несопоставимости с теми оценками, которые хочет Аэрофлот. Но тем не менее, я думаю, что как основной наш оператор, да, он, ну, может быть, сдаст позиции, но это будет не не очень значительно, угу. то есть, собственно, поэтому и я не есть думаю, что это будет провала никакого в акциях Аэрофлота не ждем, даже не смотря. Я на... думаю, что да, что это не является, то есть для нашего рынка это такой, то есть как фундаментальные факторы никогда не являлись определяющими. Понятно. Вот, поэтому, соответственно, я думаю, что Аэрофлот будет ходить со всеми. Ну, как, как все наши бумаги, находятся в положительной корреляции, он будет точно так же ходить со всем рынком. Вопрос, какие бумаги там будут наиболее э, как бы лидерами, драйверами роста, да, а какие э, будут аутсайдерами. Я думаю, что, э, так сказать, драйверами рынка будет, ну и вообще в принципе рекомендую, да, те бумаги, которые имеют хорошую дивидендную доходность. Я понял. Спасибо. Значит, у нас есть звонки, давайте э, отвечать на них. Э, слушатель Сергей. Сергей, добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер, Олег. Э, очень приятно, что ваши гости могут видеть дальше конца света. Спасибо. <связь> <связь> Я хотел поинтересоваться по поводу швейцарского франка. Так. Как бы вот, что меня тревожит очень сильно. Как, каков прогноз вообще на поведение этих, денежного знака такого? Ага, ага. Прогноз до, до как, о какой временной перспективы вас интересует? Для меня интересует перспектива вообще любая, потому, что у меня большой кредит в швейцарских франках. и так, вот меня очень тиранит. Вообще. Спасибо, Сергей. Агдан. Но... Ты не слышал опять а вопрос? Не слышал, да, вопрос не слышал. <свят> <совершенно>. Я скорее <свят> ей передам, потому что с франком я единственное, а Форекс вообще практически не анализируется. Сергей, смотри, Илья, исключение Сергей пара исключение пара евро-долларов, евро но по ней свое <свят> мне, мнение сказал уже. Причем, да, какие-то тренды ты там странные рисуешь, которые еще не пробиты, да? <свят> ну ладно. Значит, Сергей интересуется перспективой франка. Причем, я так понимаю, даже не в парах каких-то, у него кредит во франках. Uh -huh. вот, что ему ждать в этом случае? Понятно. Ну, интересно, конечно, достаточно такой кредит, вот да. интересно, где он получен, то есть, в принципе, поскольку, наверное, где-то за границей. Я думаю, что где-то да, за границей, я... потому что, действительно, так сказать, и к нам обращались, так сказать, с кредитами во франках, но угу. это достаточно сложная тема, потому что нам приходится своповать, да, на рынке не всегда можно найти инструменты для угу. свопования именно франков. вот что я могу сказать, и, к сожалению, действительно, поскольку банки в основном работают с долларами, евро, да, то есть это очень редкая валюта, как, ну, другие валюты они редкие, угу. ну, то есть это уже работает непосредственно там специалисты, который специализируется именно и только, наверное, на этом. Угу. Вот, к сожалению, поэтому действительно, наверное, не не смогу дать компетентный ответ, а какой-либо давать некомпетентный там ответ, ну, наверное, не стоит. Логично. Вот, Логично. поэтому думаю так. Ладно, Сергей. Вот можно, что можно добавить? Швейцарский франк, как выступает у многих инвесторов, в частности, как и частично за защитный актив и актив убежищ. Угу. А вот, поэтому э, в случае развития негативного сценария э, в мировой экономике, что называется, да, mm -hmm. если, если действительно все тренды развернутся реально вниз, то швейцарский франк, так же как японская иена, та же самая, да, mm -hmm. будет укрепляться, как, как мы видим, например, японская иена укрепляется вне зависимости от того, проводит банк Японии интервенции, не проводит, японская иена продолжает э, идти, что называется. В вверх, да, в идти в тренде, идти, идти на укрепление. Вполне возможно, такая же ситуация будет с, со швейцарским франком, несмотря на, опять же, таки, безусловно, в, в этой в этой связи швейцарский центральный банк Швейцарии будет де делать интервенции. Вот, но они будут иметь, что называется, краткосрочный эффект. Ну, я все-таки добавлю, что все, э, да, я согласен с тем, что швейцарский франк может быть э, как защитный актив, но возможно, опять же, повторюсь, что я не могу там быть э, таким глобальным специалистом по этому а, вопросу. Но ну, действительно это возможно. Но э, дело в том, что вот если говорить о иене, если говорить о иене, то это же другая немножко ситуация. Дело в том, что там просто золотовалютные резервы, там Японию ог uh -huh. Вот, Если я не ошибаюсь, они были на третьем месте э, по объему, так сказать, золотовалютных резервов именно в мире, да. В мире. В мире, да uh -huh. Поэтому, собственно говоря, это. это и это и гарантирует то, что они укрепляются. То есть, условно говоря, тот же Китай, который находится да, на первом месте, он э, покупал, э, то есть, как сказать, у него при, привязан жестко курс. И, э, поэтому, так сказать, э, курс вот валюты, да, их национальной юаня, к доллару по, по, только поэтому он не укрепляется. Понятно, что че, если у золотовалютной резервы чем больше, тем более, больше укрепление. Поэтому, мне кажется, просто некорректно сравнивать там иену и, и вот франк. Да? То есть, как, просто, просто по этой причине. Я понял. Ну, тем не менее, Сергей, собственно, кредит вы взяли. Франк, надежная валюта, да, малая процентная ставка, естественно, вас наверняка к этому побудила. Ну, а что касается ее перспектив, я ее сам лично вижу, да, как достаточно стабильную, потому что, несмотря на историческую склонность франка к укреплению в рамках бегства от риска, да, сейчас все-таки Центральный банк Швейцарии достаточно надежно защищает, даже. Вы знаете прекрасно, в прошлом году проведена была масштабная валютная интервенция и 1.20 это стало рубежом в паре евро-франк. Да, еще можно добавлю. То есть нет, действительно мне понятно, да. Я понимаю, что там процентная ставка действительно низкая, но непонятно другое. То есть, а как гасить, да, этот кредит? То есть, условно говоря, эти спреды по франку наверняка будут достаточно большие, там, если его покупать на Ну, это уже рынке. детали, наверное, есть, у бы, Сергея да. такая возможность есть. Давайте еще один звонок mm. послушаем. Михаил, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, меня интересует ситуация с акциями «АвтоВАЗа». Uh -huh. Вроде крупнейший наш производитель, да, казалось бы, ну, стабильно достаточно работает на нашем рынке. Почему так его никак не растут? То подрастут, то снизится и все колеблется в таком диапазоне. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Uh -huh, спасибо. Спасибо. «АвтоВАЗ», Богдан, твоя тема? АвтоВАЗ, на мой взгляд, здесь, наверное, стоит выделить то, что компания не, не на мой взгляд, не Сори, Богдан, я тебя прерву. Новости на Финам. Финам. Итак, продолжаем наш разговор сегодняшний в эфире Финам ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Остановились мы на, раз, э, на прогнозах отношения э, отношении Аэрофлота. Илья, ты не слышал этого вопроса? Я тебе про автоваза. Автоваз. автоваз, автоваз, автоваз sorry, вы опять вы я автоваз? путаю. Я читаю Аэрофлот, говорю uh -huh. АвтоВАЗ и наоборот. Да, в отношении Автоваза, извини, пожалуйста. Ну, давайте попробую видишь? ответить. Uh -huh. Дело в том, что, ну, вот, так сказать, я рассматриваю акции с двух сторон, да, там это первое, это там долгосрочная перспектива, да, условно говоря, это как бы там, скажем так, инвестиционный портфель, да, если uh -huh. говорить переводить на язык, так сказать, трейдеров. Вот. И есть какая-то спекуля... спекуляция, да, то есть, как бы короткий портфель, на который, так сказать, спекулятивный портфель, да, так называемый. Вот, вот для спекулятивного портфеля, ну не знаю, АвтоВАЗ это, наверное, не та, не та, бумага не настолько ликвидная, чтобы там формировать спекулятивный портфель. В спекулятивный портфель надо покупать те бумаги, которые будут э, так сказать, максимально ликвидны, э, и которые можно прежде всего заложить там, то есть, ну, понятно, что вы, э, как бы, частые лица, они действуют вместе с какими-то кредитными организациями, коммерческими организациями. Вот я могу сказать, что кредитная организация она с э, э, большим интересом будет смотреть в любом случае на бумаги, это, которые находятся в Blue Chips, да, самые вот, э, основные, да, голубые фишки, которые можно легко заложить в ЦБ, получить под деньги и так далее угу. поэтому понятно что наибольшая динамика будет в этих бумагах поэтому если говорить там о спекулятивной стратегии то всегда надо покупать бумаги самые вот основные ликвидные бумаги до да, которые голубые фишки вот поэтому для спекулятивной стратегии эта бумага не подходит вот для стратегии более долгосрочной, так сказать я применяю так сказать принцип баффета да то есть который так сказать действительно является великим инвестором вот и он говорит, смотрит там на стоимость компании, на массу фундаментальных факторов. И э, одним из основных для него является то, вот кто руководит компанией, да, что это за компания, что она производит, то есть такие вещи, да. Вот я могу сказать, что те та продукция, которую производит АвтовАЗ, ну и те перспективы, да там стратегические, ну честно честно могу сказать, вот лично моя точка зрения я никому абсолютно не навязываю, но мне как-то вот не 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 вижу я, а, так сказать, перспектив, ну не перспектива, как сказать, долгосрочной Ну, перспектива. Ты про что... Баффета, про Баффета да. ты упоминаешь... Ну, я помню, вот его долгосрочная стратегия имела идею. Я покупаю навсегда, говорил ну, Баффет. Да. Купить акцию, автоваза, автоваза навсегда. навсегда. Есть, ну, вот это, uh, понимаете, да? Да, не, не, не готов. Я понял тебя. Хорошо. Значит, давайте я Андрея, наш постоянный слушатель, его процитирую. У него тут помимо... Есть вопросы, есть какие-то тезисы. Значит, Во-первых, пишет Андрей, что мое мнение, если посмотреть после выборов в США и выбрали, например, Обаму, пошли вниз на коррекцию до Нового года, минус где-то 5%. Вот так он себе это представляет. Причем выбрали Обаму, он говорит, и сразу началась коррекция. Так, дальше у него идея, связанная с, с нефтью, но мы ее озвучили. Вопрос гостям по Росгидро. Сможем прокомментировать Росгидро? Нет, Андрей, это Нет. не к нам. А, Вы... а, ну, почему? Я, Давай. я, наверное, смогу. Давай. На, теку... на текущий момент мы не рекомендуем держать эту бумагу в своих, порт... в своих портфелях. А, техническая картина, к сожалению, там сейчас не очень. У нас вообще энергетика смотрится сейчас не очень хорошо. Угу. А, там отдельные бумаги, конечно, можно выделить. Они вообще, что называется, валятся. Да? Росгидры не, не, не очень валятся, но все равно выглядит техническая картина там сейчас на текущий момент не очень красивая. Вот тут пишет Андрей, что... Поговаривают, что будет доп-миссия. Ты не слышал таких слухов, нет? Mm, нет. По поводу доп-миссии. Ну да бог. А то же самое где-то, Андрей где-то слышал, я так понимаю, где-то живет в интересном э, мире. ВТБ вроде тоже поговаривают доп-миссию. Вот. Ну, прокомментировать мы не можем, mm -hmm. да? Слухи мы не комментируем. — Нет, ну, почему, можно сказать, что, да, действительно, ряд банков, так сказать, планируют доп. ВТБ mm -hmm. достаточно это даже, мне кажется, не слух, то есть это достаточно такая публичная информация о том, что они, да, хотят доп. Mm -hmm. Вот, сейчас вот э, была доп. Сбербанка, да, очень успешная, а, я, ну, я так оцениваю, да, сейчас была доп ну, попытка IPO Промсвязьбанка, пока это не сложилось по текущих теновых уровнях, возможно, не было просто окна необходимого, или, или Сбербанк забрал все лимиты на себя, да, там, российские. — Очень может быть, там, при вот. Были, да. То есть, хотя, действительно, промсвязи, это как бы это важный был вопрос, но я думаю, что это случится в 2013 году, и поэтому, а и то, что ВТБ хочет до да, это известно, и я думаю, что они ее вполне проведут, вот, то есть сказать, и ну, на мировых рынках. — ты чего? Ждать чего от акции ВТБ на этой неделе? — Я на этой неделе, ну, в принципе, а я... — На этой идее, подожди, не, 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 не недели речь а, -а, -а. а на этой идее, что будет доп. Эмиссия, соответственно, чего ждать от акций? Ну я по акциям ВТБ смотрю позитивно. Позитивно, да? Да. Угу. Так, ладно. Холдинг МРСК интересуется нашим. Ну вот это из той самой серии, это, о чем я сейчас говорил по отношению к электроэнергетике. Ну понятно. То есть туда же мы ее, да? Электроэнергетика, к сожалению, вот действительно сектор, который выглядит, наверное, сейчас хуже всего в мире. Угу. Ну там плюс плюс металлургия. То есть, ты, в принципе, да, сейчас на энергетику ну, говорю, не смотрел. Бы. А, а, вот из ликвидных бумаг, да, в, в которые там входят те же самые в ФСК, холдинг, я, в принципе, озвучил текущий портфель. Там с, на текущий момент мы рекомендуем где-то порядка 17% деньга удерживать в бумагах, uh -huh. все, все остальное в деньгах. Uh -huh. Потому что, к сожалению, риски дальнейшего снижения они присутствуют, они достаточно реальны, на мой взгляд. Uh -huh. Поэтому очень так стопы, стопы плотные, объемы небольшие, всего три бумаги. Я понял. спасибо. Вернемся к золоту, Илья, тебе вопрос. Как Илья, как вы определяете, что золото дорогое? Золото, оно же всему голова дорожает все время. Вы рассуждаете только технически, актив перекуплен. Вам не кажется, что золото уже не инструмент хеджа? Ну, ну дело в том, что, что то есть как бы понятно, что дорогое или дешевое — это такое достаточно расплывчатое понятие. Ну да, ну да. а, вот, прежде всего я хочу сказать, что а, золото — это ну как. А, есть определенная цена, собственно говоря, и, и потребность в металле, да, угу. вот, э, это первое, физическая потребность, да, в металле, можно посмотреть на другие металлы, да, которые сейчас, так сказать, снизились, да, то есть, э, золото, это, 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 в данном случае, это инструмент действительно все-таки, я все-таки придерживаюсь той, той позиции, что это все-таки инструмент э, хеджирования рисков на данный угу. момент, то есть, это не э, стоимость самого, как сказать, как э, металла, да, и составляющего его, угу. э, вот, поэтому, поэтому, э, и он, оно действительно это инструмент, который обладает отрицательной Реляции. То есть можно посмотреть, так сказать, динамику цен на, скажем, на ну, фондовых индексах и наложить на нее динамику золота и увидеть, как она будет меняться. Вот, соответственно, соответственно, я говорю о том, что золото а, будет э, и у золота есть какие-то определенные тоже уровни да, когда, то есть все, весь рынок он торгуется по определенным там э, по определенным уровням вот и сейчас уровни по золоту да если посмотреть то они видно что они находятся где-то так ну не, 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 не совсем на исторических хаях, но достаточно близко к ним mm -hmm. вот с учетом тех ценных металлов которые сейчас существуют э, в принципе по остальным металлам вот то можно сказать что золото находится в достаточно перекупленном состоянии то есть оно как и по рынку оно оно находится в перекупленном состоянии, да, там э, так и по металлам находится в перекупленном состоянии. Плюс вот этот инструмент хеджа. Поэтому я считаю, что золото я не говорю о том, что золото это так плохой инструмент для инвестирования. Я просто говорю, что сейчас в коротком, там до, до Нового года, я думаю, что оно э, пока не, не очень актуально. Так же, как я считаю, что если пойдет, так сказать, позитивная динамика дальше, то золото будет какое-то время, еще пока идет эта позитивная динамика, не с не к актуальным товаром. Возможно, что-то поменяется. Возможно, что, допустим, цены на металлы, в принципе, пойдут вверх. Вот и в том числе золотой группы, да, металлы, mm -hmm. ну, там пал палладий, там платины и так далее. Тогда, наверное, да, я согласен, что золото будет так сказать, двигаться дальше. Вот, но сейчас я просто не вижу этого вот движения. Mm -hmm. Вот и все. Mm -hmm. Вот mm -hmm. и все, что я хотел сказать. Значит, смотрите, вопрос вот какой еще, да, Богдан, тебе, наверное, mm -hmm. нефть, марки бренд, ну и, наверное, в купе со всеми остальными. Чего ждать? И в этой связи, что у нас будет с курсом рубля к доллару? Ну, я, в принципе, озвучил основной сейчас ну, рассматриваемый повтори, угу. сценарий. Да, если бренд пробивает уровень 175 долларов за баррель, да, на мой взгляд, цель будет находиться на 10 долларов ниже. То есть район 975 долларов за баррель. Единственная действительно такая железобетонная практически непробиваемая поддержка это уровень 102,5 доллара за баррель. Uh -huh. а, вот, ну, я думаю, что вполне возможно, что она будет пройдена. Потому что уровень 102,5 102 доллара за баррель и 115 долларов за баррель достаточно долго. Долгое время у нас выходили, там коридор был по-моему трехмесячный, то ли в конце в конце прошлого года, по-моему, uh -huh. там, там то ли 3, то ли 4 месяца между этими уровнями ходило. В принципе, ур уровни до сих пор инвесторы помнят. Uh -huh. Вот Как я уже сказал, 97,5 доллара за баррель а, в качестве цели, если бы если половиной проходит. Uh -huh. Пока же можно говорить о консолидации на текущих уровнях между 107,5 и, и 117,5 долларов за баррель. Uh -huh. вот. Хорошо. Илья, и вопрос к тебе. Mm -hmm. Ну, наверное, собственно, моменты эти связанные, но тем не менее инструмент иначе называется. Доллар-рубль, пара доллар-рубль. Знакомы тебе такая? Знакомы. Ну, ты ждешь до конца года. До конца года. Ну, я думаю, что по паре доллар-рубль я смотрю, где-то будет 32. Ну, то есть, ну, чуть-чуть повыше, чем текущие ценовые уровни. Я mm -hmm. думаю, 32,4 где-то так, 32,2-32,4. Ну, вот я лично думаю, что будет вот, такой, вот такая динамика. Что касается вот по нефти, да, то я скажу, что я тоже считаю, что будет где-то... То есть, я не вижу здесь такой какой-то сильной динамики, не вижу ее, до... причем, до конца года, mm -hmm. в связи с тем, что ситуация на Ближнем Востоке, которая складывается с Сирией, с Ираном, она никаким образом там не разрешается в позитивную сторону пока. Соответственно, я думаю, что это основной и есть драйвер для движения по нефти. То есть, поэтому фундаментальных причин для там, обесценения нефти, я, я не вижу, то есть, а, вот. Ну, обесценение, подожди, обесценение это, ну, так сказать, до, снижение До 30, 30, да? 30 долларов за, за не, баррель. Ну, даже там снижение, там, на 10 долларов, я считаю, это, это значительное движение по нефти, которое в любом случае обусловит... То есть, по... ниже 100, да? Ну, если бренд взять, например, ниже 100 Я думаю, что если бренд будет ниже 100, то, соответственно, и, и наш фондовый рынок будет, безусловно, не пробьет все уровни да, поддержки, да, которые мы думаю. раньше ранее описали, 1400 и 1360 он точно пробьет, да. вот, если бренд будет ниже 100, поэтому я говоря о тех уровнях которые, поддержки, которые я говорил, я, естественно, предполагал, и mm -hmm. предполагаю, что э, нефти ниже 100 не будет. Mm -hmm. Я понял. И я не вижу для этого никаких оснований сейчас. Я понял. Хорошо. Значит, смотрите, <кх> потихонечку будем подводить итоги. Собственно, сегодня мы обсуждали факторы да, за рост и против роста на ближайшие и среднесрочные перспективы. И, если позволите, уважаемые коллеги, оказалось, что факторов... Ну, оба вы их озвучивали, да, они, может, пересекались, кто-то говорил одно, кто-то говорил другое, но, тем не менее, вот так в кучку, если собрать, мне показалось, что факторов за падение рынка больше, нежели за рост. Тем более, что, а если говорить о росте, да, вот Илья сейчас на меня посмотрел недоверчиво, но если говорить о росте, мы не говорили о э, тренде, о тренде каком-то восходящем, правильно? Мы говорили о чем, что если и будет позитивчик какой-то, то опять мы увидим какие-то, да? Ну не будет значительный приемлемый, да, да диапазончик верхняя граница диапазончика и особо роста-то нет, вот в этом смысле. То есть мы не смотрим, да, на предновогодние ралли, да, и так во, далее. Во, да во, этого во, во, нет, да. И... А факторов для снижения, то есть для, бога, для более глубокой коррекции и гораздо больше. Их я считаю тоже, я вот опять же не, прошу прощения, не соглашусь, потому Давай. что я считаю, что их также нет таких существ. Факторов для снижения. Mm -hmm. То есть, словно говоря, э, вот лично мое вью: да: это то, что это будет небольшой рост, но он не будет э, измеряться там действительно какими-то десятками процентов или какими то предновогодними ралли. Он будет э, не, не не Ну и падение тоже будет года. в пределах диапазона. Я да, он, и уровень падения, если он, он случится, то он тоже будет в пределах диапазона. Хорошо. Но все-таки у меня больше шансов за рост. Спасибо. Спасибо. И Мы заканчиваем. Я небольшой анонс сделаю. Раскол справедливой России. Родины и партии пенсионеров отделились от эсеров. Вон как. О причинах такого шага сразу после новостей говорят Юрий Пронько и его гости. А мы с вами прощаемся. Огромное спасибо моим сегодняшним гостям. Балкан Зварич, Илья Киселев. В общем, факторов 50-50. Посмотрим. Поживем, увидим. Успехов на рынке. До свидания.